Доброе утро, уважаемые коллеги, дорогие клиенты, которые любят и пользуются косметикой Жермен де Капучини в своем домашнем уходе. Меня зовут Чербакова, я бренд-тренер Жермен де Капучини. И сегодня у нас будет такая достаточно сложная тема – уход за кожей вокруг глаз. Почему сложная? Потому что кожа вокруг глаз – отличается своим строением от кожи всего лица, и поэтому здесь нужен и особенный уход салонный, и особенный уход домашний. И тема, так и называется нашего вебинара, «Сияющий взгляд». Ну и в первую очередь мы как раз и рассмотрим с вами сегодня отличия кожи вокруг глаз от кожи лица, посмотрим, какие факторы влияют на ухудшение состояния кожи в этой зоне, посмотрим, какие проблемы бывают и какие решения в эстетической косметологии. И первое – это структурные особенности кожи вокруг глаз. Итак, есть некоторые различия. В первую очередь это роговой слой. Слой живых клеток эпидермиса, ну, примерно раза в три тоньше, чем в остальных областях лица. И поэтому в этой зоне кожа очень быстро теряет влагу, она становится суше и замедляются процессы обновления. Второе – жировая клетчатка. Она в этой зоне достаточно рыхлая. И эта особенность, она способствует застою жидкости в лимфатических капиллярах и формированию отеков. Третье, на поверхности кожи образуется значительно меньше пота и кожного сала, ну, потому что, в принципе, в этой зоне нет потовых и сальных желез. И, соответственно, этот дефицит, он ведет к истончению гидролипидной мантии или к исчезновению ее совсем. Отсюда потеря влаги, потеря эластичности, сухость и появление морщин. Дермальный слой имеет небольшую плотность, и кровеносные сосуды, они могут просвечивать, отсюда появляются темные круги под глазами. Ну и зернистый слой эпидермиса, он практически отсутствует, и это означает, что образуется опять-таки меньше веществ, необходимых для строительства липидного барьера, который важен для защитной функции кожи. Ну и плюс pH имеет более щелочной показатель, что тоже уменьшает защитные функции кожи. Ну и, конечно, влияние. Влияние внутренних и внешних факторов. И, естественно, внешние факторы – это как раз то, как говорится, зло, которое и порождает первые признаки старения кожи. И какие внешние факторы? В первую очередь, конечно, это ультрафиолетовое излучение, это фотостарение. От этого страдает вообще весь открытый наш кожный покров. Потому что ультрафиолетовые лучи, они повреждают коллаген, повреждают эластин, снижают упругость кожи, нарушают, опять-таки, гидролипидный слой, вызывают сухость, пигментацию, потерю упругости и прочие признаки, как раз-таки вот эти преждевременные признаки старения. Курение. Курение, конечно, это тоже одна из главных причин преждевременного старения, особенно в зоне вокруг глаз, потому что в табачном дыме содержатся различные токсины и химические вещества, которые тоже способствуют разрушению коллагена и эластина. Ну, отсюда потеря упругости кожи и появление морщин. Загрязнение окружающей среды – это, конечно, тоже великая проблема на сегодняшний день, особенно в больших городах, поскольку воздух очень сильно загрязнен токсичными частицами выхлопных газов автомобилей и вообще, в принципе, очень много загрязняющих веществ вокруг. Ну и эти загрязнения, они проникают в поры и вызывают воспаление, повреждают уже коллаген и эластин и даже разрушают клетки. И в Жермен де Капучини, сразу здесь же хочу сказать, что есть такая линия Time Expert SRNS, это линия глобального антивозрастного ухода. И в этой линии есть инновационный, эксклюзивный компонент цинглицин-комплекс, который создала лаборатория Жермен де Капучини и получила за этот ингредиент высочайшую награду. Этот компонент – это внутриклеточный антиоксидант, стимулирует выработку внутриклеточного антиоксиданта, то есть
очень сильно повышает защитные функции кожи, защиту клеток. И еще доказали ученые, что цинк-глицин-комплекс как раз защищает клетки от вот этих токсичных веществ, которые у нас находятся в окружающей среде. Вот это очень важно. И мы, я почему упомянула об этом компоненте, потому что мы еще о нем сегодня поговорим, еще его сегодня встретим. Но недостаток сна и хронический стресс и усталость, естественно, тоже вызывают проблемы в этой зоне, и очень большие. Соответственно, состояние такое, особенно состояние стресса, а когда идет недостаток сна, это в любом случае будет и стресс, приводит к активной выработке гормона кортизола. И в результате провоцируется активность свободных радикалов, ну а свободные радикалы, естественно, они разрушают клетки и приводят к преждевременному старению кожи. Ну и кожа, она очень тонкая, как мы уже выяснили в этой зоне, и начинает первая страдать от стресса. Сразу первые признаки возрастных изменений появляются, естественно, в зоне вокруг глаз. Обезвоженность. Но здесь все понятно, и несбалансированное питание, и несоблюдение питьевого режима, и воздействие внешних факторов, все приводит к обезвоживанию кожи. Ну, в первую очередь, что мы видим? Мы видим сеточку таких мелких морщинок, особенно когда человек улыбается, это прям очень сильно заметно. И вот эти вот как раз-таки самые-самые мелкие морщинки, они и сложно поддаются коррекции. И еще один важный фактор – которым многие пренебрегают, это уход. И неправильный уход, он также провоцирует проблемы в зоне вокруг глаз и преждевременное старение. Ну, вообще, это такие основные, да, которые вот очевидные факторы, но проблем, конечно, намного больше. Морщины могут появиться из-за нарушения нормального кровообращения ткани лица, и из-за сна, например, даже на неправильной подушке, на слишком высокой или слишком низкой. Очень часто проблемы в зоне вокруг глаз обусловлены особенностью работы, да, где человек, например, очень много щурится, и тоже это вызывает раннее старение, ранние морщины. Ну вот мы немножечко уже поговорили про, затрагивая факторы, да, мы как раз и уже обозначили немножко проблемы, какие возникают. И проблемы на самом деле, они одни и те же, и каждый из нас с этими проблемами регулярно сталкивается, да, бывают в жизни такие ситуации, когда так или иначе эти проблемы появляются. Итак, ну, какие проблемы? Основные и часто встречающиеся, которые мы слышим от наших клиентов, это, конечно, отеки. Ну, опять-таки, отеки появляются из-за притока излишней лимфатической жидкости и по каким-то причинам, да? Причин может быть много разных внешних. Если это внешние причины, ну, например, там что-то соленое поели, попили воды на ночь, недосыпание и так далее, то эти отеки, они уходят сами по себе в течение 20-24 часов. Но очень многие люди разные проблемы вокруг глаз называют отеками. И здесь нужно понимать, что это разные вещи. Есть отеки, это именно скопление жидкости, с которым мы можем бороться, мы можем провести массаж, мы можем сделать какие-то компрессы, какие-то маски. Есть очень много компонентов в кремах для глаз, которые успешно борются с отеками. Но также очень многие люди называют грыжи тоже отеками, а грыжи – это уже возрастные изменения. Малярные мешки тоже называют отеками. И надо понимать, что, например, малярный мешок – это жировой пакет, который с возрастом начинает выпячиваться, а жир очень сильно притягивает воду, и, наполняясь водой, он увеличивается в размерах. И здесь, конечно, уже нужны совсем другие методы коррекции. Просто масками и кремами здесь уже работать будет проблематично. Поэтому, когда мы говорим про отеки, то мы имеем в виду именно скопление жидкости под воздействием опять каких-то внешних факторов, да, потому что отеки появляются и под воздействием разных внутренних заболеваний, заболеваний почек и прочего. И это уже тоже обращение не к косметологу, а уже к узкому специалисту, к врачу. Ну, что еще у нас?
Еще у нас появляются темные круги, а это тоже вследствие нарушения оттока лимфы и венозный застой. Также темные круги вызваны гиперпигментацией в периорбитальной зоне. Этому может быть очень много разных причин, в том числе, например, прием гормональных препаратов, которые вызывают гиперпигментацию, воздействие ультрафиолета. Ну и, соответственно, это очень неприятные такие пятна, с которыми достаточно сложно бороться, и гораздо проще их предотвращать. Для этого тоже есть ингредиенты, которые работают в этом направлении. Замедление обменных процессов приводит к образованию темных кругов, нарушение проницаемости стенок сосудов и капилляров. Ну и в конце концов истончение жировой прослойки связано с тем, что кожа просто просвечивает, просто сосуды просвечиваются. Да? Иногда у людей генетически близко расположены сосуды, и такая особенность, она не является каким-то заболеванием или нарушением, а это именно такой, ну, генетический факт, вот. Ну и какие факторы, давайте еще посмотрим, провоцируют появление темных отеков, темных кругов и прочего. Соответственно, это и образ жизни может быть, да, и болезни внутренних органов, прием разных медикаментов и наследственные причины, вот то, о чем я сказала. То есть возникновение проблем в области вокруг глаз появляется из-за очень многих факторов. И прежде чем приступать к коррекции, прежде чем предлагать какие-то средства, нам нужно очень тщательно выяснить вообще, откуда эта проблема берется, какие причины возникновения, и тогда уже делать выводы, и тогда делать уже назначение. Ну, а теперь вот я уже перелистнула слайд, и мы рассмотрим ключевые компоненты, которые, в принципе, используются в эстетической косметологии для коррекции и профилактики возрастных изменений и вообще проблем в периорбитальной области. И первые компоненты, которые являются очень эффективными, очень мощными и сильными, это, конечно, пептиды. Пептиды вообще по своему строению, они очень напоминают белки. Они тоже построены из объединенных в цепочку органических молекул, которые называются аминокислотами. Но отличие между белками и аминокислотами в длине вот этой цепочки, вот вы видите даже у меня на слайде, да, аминокислоты, цепочка, которая включает в себя менее 50 аминокислот, называется пептидной, а более 50 аминокислот – это уже белок. Пептиды вообще, они синтезируются сами по себе, они синтезируются в организме, и они играют целый ряд очень важных биологических ролей, функций. Например, они могут быть гормонами, нейромедиаторами, веществами, которые позволяют нервные клетки общаться, могут быть противоинфекционными средствами и так далее, транспортировщиками, да, которые транспортируют активные компоненты, стимуляторами, которые стимулируют фибробласты, иммуномодуляторами и прочими. Простыми словами, пептиды – это такие своеобразные ключики, которые подходят к различным замкам. А замки – это рецепторы на поверхности самых разных клеток в организме. И когда пептид соединяется с рецептором, как бы ключ поворачивается в замке и запускает каскад последовательных химических реакций, которые приводят к конкретному результату. Ну, например, как раз-таки к синтезу необходимого белка, коллагена для повышения упругости кожи. Следующий ряд компонентов – это аминокислоты. И мы уже немножечко про аминокислоты упомянули, да? Аминокислоты – это молекулы, которые используются организмом для производства белков. И кроме того, незаменимые аминокислоты входят в состав натурального увлажняющего фактора кожи, который отвечает за поддержание гидробаланса, водного баланса. Вообще всего в природе выделено около 500 аминокислот, и только 20 присутствуют в организме человека. И в современной косметической промышленности применяют все 20 видов аминокислот,
которые синтезируют в лабораторных условиях и добывают как из растительного, так и из животного сырья. Откуда добываются аминокислоты? Ну, естественно, из протеинов, да, из белков. Они получаются путем дробления протеинов. Ну, если мы возьмем из чего, это может быть из шелка, из дрожжей, из сои, из пшеницы, очень из многих растений, из различных морских и животных тканей. И молекулы аминокислот, они имеют очень-очень маленький размер, и поэтому они могут очень глубоко проникать в кожу, и в принципе они воздействуют и на поверхности, и внутри, в глубоких слоях кожи. Ну, для лица они и обеспечивают и увлажнение, и стимулируют выработку коллагена, и являются антиоксидантами, и разглаживают кожу, и способствуют улучшению тона, и придают сияние, и обладают очень хорошими такими противовоспалительными, успокаивающими свойствами, восстанавливают барьерные функции кожи. То есть аминокислоты – это очень важные компоненты, которые должны находиться в косметике по уходу за лицом и обязательно в средствах по уходу за кожей вокруг глаз. Экстракты растений, безусловно, важные компоненты, присутствующие в косметике, особенно для зоны вокруг глаз. Экстракт растений – это концентрированная вытяжка, которая извлекается из растительного сырья при помощи различных растворителей. Ну, на сегодняшний день вообще существует очень много научных доказательств, что экстракты растений обладают мощнейшими, ну, просто вот в прямом смысле, прям чудодейственными свойствами. Они содержат множество биологических компонентов, обладают питательными свойствами, борются с вредными факторами окружающей среды, уменьшают признаки старения, улучшают внешний вид кожи. Они содержат сотни-сотни компонентов, которые работают в синергии, в сочетании. И вообще из растений можно выделить как такие индивидуальные, чистые, очищенные такие моносоединения, так и получить целый комплекс биологически активных веществ с сохранением всех их природных свойств. И в растительных экстрактах на самом деле содержится огромное количество разных важных компонентов. Это и фосфолипиды, которые регулируют внутриклеточный обмен. Это флавоноиды, которые укрепляют стенки сосудов и капилляров, повышают их эластичность, улучшают процессы регенерации кожи. Это и дубильные вещества, которые оказывают противовоспалительное, бактерицидное, вяжущее действие. Это и витамины, катализаторы всех важнейших биохимических реакций в клетках. Это и полифенолы, то есть антиоксиданты. Это и полисахариды, очень важно, это увлажнение кожи, ну и аминокислоты. То есть очень-очень богатый состав у экстрактов растений. И еще один компонент, который должен входить обязательно в состав кремов, косметических средств, это, конечно, натуральные масла. А благодаря тому, что многие натуральные масла обладают химической структурой, близкой к кожному себуму, они очень хорошо, без труда встраиваются в различные слои кожи, восполняя недостаток липидов. Как мы уже говорили выше, в зоне вокруг глаз очень истонченная всегда гидролипидная мантия, поскольку там нет потовых, сальных желез, да, и очень мало попадает туда этих компонентов, растительные масла, они как раз и создают, восполняют вот этот недостаток липидов. Что это означает? Это означает, что у нас уже есть защита, что кожа способна удержать влагу, что она становится эластичной. А вообще растительные масла, они, помимо всего прочего, тоже содержат очень большое количество минералов, витаминов, ферментов, фосфолипидов, которые укрепляют, питают кожу. И важным достижением современной косметологической индустрии является то, что сегодня научились извлекать из масел облегченные липидные структуры. И, как правило, все масла, сейчас есть такой термин «сухое масло», да, как правило, все масла, они легкие, они великолепно усваиваются кожей, они не оставляют никакой пленки, никакой жирности, никакой маски, не блокируют поры и не являются комедогеном.
На сегодняшний день в косметологии уже не используют обычные масла, да, плотные, жирные, а именно извлекают из них облегченные липидные структуры. Ну и далее мы рассмотрим уже конкретно в рамках бренда Germaine de Cappuccini, какие есть продукты с ингредиентами названными, рабочие продукты в профессиональном уходе и в домашнем уходе. И в первую очередь мы рассмотрим профессиональный уход. Это программа для ухода за зоной вокруг глаза, периорбитальной зоной. И в первую очередь главную скрипку здесь, конечно, играет продукт наш, очень сильный, очень мощный, профессиональный бальзам-корректор для глаз и губ в объеме 30 мл. Этот бальзам-корректор, как здесь по названию понятно, можно использовать еще и в области вокруг губ для снятия сухости, для предотвращения морщинок в этой зоне. Но сегодня тема наша периорбитальная зона, и поэтому мы поговорим об этом креме. И в первую очередь перед объяснением процедуры я бы хотела обратить ваше внимание на состав этого продукта, потому что состав здесь действительно сильный и мощный. Есть компоненты, о которых мы уже говорили, и сейчас мы уже более детально рассмотрим. И вот здесь, в этой линии, относится этот крем к линии Time Expert Reeds. Эта линия направлена на как раз борьбу с мимическими морщинами. И в состав линии вообще, и вот в частности этого крема, входит два мощных комплекса BTX-3-пептин и Tissue Latch Tech. Это два комплекса, которые содержат множество разных пептидов, пептидные комплексы. Я не буду расшифровывать, я скажу одно, что эти комплексы, в первую очередь, они направлены на снятие мышечного напряжения. То есть это пептиды, которые блокируют, скажем так, уменьшают мышечное напряжение кожи и уменьшают видимость мимических морщин. Я не буду расшифровывать все абсолютно пептиды, которые входят здесь в состав, их достаточно много, но скажу только о некоторых из них. И вот один из таких пептидов, очень интересных, входящих в состав этого крема, это ацетилгексапептид 8 или аргирелин. И было проведено на самом деле несколько исследований, которые доказали, что аргирелин работает очень эффективно. Это, конечно, не ботулотоксин, но тем не менее эксперименты инвиво на людях показали, что нанесение 10% раствора аргирелина на область вокруг глаз в течение 15 дней способствует уменьшению глубины морщин на 17%. А Гранадский университет в Испании также провел исследования, которые установили, что аргирелин повышает уровень увлажненности кожи и тоже значительно уменьшает глубину морщин. А еще один пептид, олигопептид 78, помогает уменьшить производство меланина, подавляет меланогенез. А помните, мы говорили, что очень тоже часто а в зоне вокруг глаз появляется гиперпигментация от очень разных причин. И это, конечно, визуально очень сильно ухудшает внешний вид этой зоны. Способствует более равномерному тону и осветлению. Обладает противовоспалительными, это все один пептид, обладает противовоспалительными свойствами, укрепляет защитные функции кожи, делает кожу более устойчивым к внешним воздействиям, способствует увлажнению, повышает эластичность и делает ее гладкой и сияющей. Но помимо этих двух, здесь еще несколько пептидов, которые конкретно именно блокируют нервные сигналы и снижение интенсивности нервных сигналов и мышечных сокращений уменьшает образование морщин. Кроме основных пептидных комплексов, в состав входит большое количество натуральных масел, и это очень важно, да, масла – это незаменимый вообще источник аминокислот, и мы уже говорили о том, что это восстановление липидного барьера, это защита кожи от потери влаги, это повышение эластичности, здесь и масло сладкого миндаля, и масло лесного ореха, и, конечно, масло ши, или масло карите, которое и смягчает, и успокаивает, и даже защищает кожу от воздействия солнечных лучей.
И экстракты. Экстракты очень важны, средства для зоны вокруг глаз. И есть вот один очень экстракт мощный, который часто Жермен де Капучини использует в кремах для зоны вокруг глаз. Это экстракт цизальпинии. А экстракт цизальпинии состоит из полисахаридной камеди, которая образует на коже влагоудерживающую пленку, которая содержит витамины С, Е, витамины группы В, антиоксиданты, включая ресвератрол, это сильнейший антиоксидант. Экстракт цизальпинии обладает противовоспалительным, успокаивающим действием, уплотняет дермальный матрикс, предотвращает деградацию коллагена, эластина, повышает упругость и гладкость кожи. Экстракт розмарина способствует обновлению клеток, способствует восстановлению кожи. И гидрогенизированный полидецен – это вообще синтетический полимер, который используется в качестве смягчающего средства и мощного увлажнителя. Он помогает в борьбе с неровностями, морщинами и является абсолютно доказанно безопасным компонентом. Он дает визуальную гладкость и бархатистость кожи. Вот такой очень интересный, богатый состав. Ну, конечно, я рассказала не обо всех компонентах. Если мы прямо каждый компонент будем разбирать, нам не хватит нашего времени вебинара. Рассказала о самых главных. И теперь давайте рассмотрим ту программу, которую мы можем предложить клиенту в кабинете, да, салонный уход. И здесь мы будем использовать аксессуар. Вот вы видите у меня на экране, это вакуумный колпачок. Этот аксессуар тоже входит в пак, в набор линии Time Expert Reads. Напомню, что эта линия направлена на конкретно на борьбу с мимическими и статическими морщинами. И там речь идет не только о зоне вокруг глаз, там речь идет и о зоне носогубных складок, и шея, декольте, все мимические морщины. Но в данном случае, в контексте нашего вебинара, мы говорим конкретно про периорбитальную область. И мы можем использовать этот вакуумный колпачок для массажа именно в этой области. И протокол процедуры выглядит следующим образом. Естественно, мы начинаем с демакияжа глаз. Демакияж мы проводим жидкостью из линии Options. Она так и называется, жидкость для демакияжа глаз и губ. В этой жидкости очень мягкий, деликатный состав, и она подходит абсолютно для всех, для чувствительной области вокруг глаз, для тех, кто носит контактные линзы, очень бережно, очень мягко и очень хорошо, качественно снимает макияж в зоне вокруг глаз. Дальше вторым этапом мы наносим вот этот наш очень мощный, сильный бальзам-корректор. И проводим массаж с вакуумным колпачком. Ну, вот он у меня, вот этот вакуумный колпачок. Я его вот так вот вам покажу. И здесь, на самом деле, ну, естественно, мы обучаем всем этим техникам. Но здесь не сложные движения. Здесь мы делаем движение, нажимаем на колпачок, втягиваем, да, кожу как бы выталкиваем морщины. И мы делаем такие движения продольные в зоне вокруг глаз, в зоне мимических морщин. Мы сделаем движения зигзагообразные, спиралевидные, мы делаем точечные движения, втягиваем и отпускаем кожу, массируя вот эту зону и способствуя тоже вот выравниванию, выталкиванию морщин. При этом у нас усиливается кровообращение, нанесенный крем лучше проникает, активные компоненты начинают гораздо интенсивнее работать, и мы получаем очень такой мощный, выраженный эффект. Дальше, проведя массаж вот этим вакуумным колпачком, мы переходим к йога-массажу. Йога-массаж, он входит, является авторской массажной техникой, которых у нас много, и он входит как раз в программу Time Expert Reads, где мы проводим йога-массаж по всему лицу, воздействуя на мышцы. В данном случае, в этой процедуре, мы проводим в зоне лба и в зоне вокруг глаз йога-массаж. Он проводится просто мануально, руками. И в заключение мы также проводим легкий массаж с гуаша. Также мы воздействуем на кожу, работаем с мимическими морщинками, такими затирающими движениями, делаем поглаживающие движения,
делаем такие лимфодренажные движения, ну и буквально там 7 минут, 7-8 минут мы проводим такой массаж с гуаша. Вот такую замечательную процедуру мы можем предложить нам, нашим клиентам в салоне. Ну и, конечно, основной уход есть домашний, и это различные эмульсии, кремы, о которых я сейчас расскажу, проведу обзор. Но прежде чем перейти к основному уходу, мы говорили опять-таки с вами выше о том, что в принципе неправильный уход приводит к проблемам в области вокруг глаз, а неправильный уход у нас начинается прежде всего с очищения. Очень многие люди, я слышу достаточно часто, говорят, что я устаю очень сильно после работы, и мне совершенно некогда отдельно заниматься глазами, отдельно лицом, я просто беру какое-нибудь средство очищения пенящееся и смываю все, включая макияж с глаз. И вот это большая ошибка, потому что активные средства, разработанные для лица, если они особенно очень хорошо пенятся и содержат много поверхностно-активных веществ, они очень сильно нарушают гидролипидный слой и без того достаточно тонкий в зоне вокруг глаз, и тем самым приводит к еще большей сухости, к еще большей потере эластичности и к появлению морщин. Поэтому для зоны вокруг глаз нужны особые продукты домашнего ухода, особые очищающие средства, желательно абсолютно не щелочные, для того, чтобы не сушить, не нарушать липидный барьер. Кроме того, работать в зоне вокруг глаз нужно очень аккуратно, потому что мы опять-таки выяснили, что кожа намного тоньше, и для того, чтобы ее не повредить, не растянуть, не привести к излишней дряблости, мы должны работать очень аккуратно. Поэтому макияж с глаз мы снимаем движениями по росту ресниц, очень аккуратно, а не растягивая кожу, ватными дисками, специальным мягким средством. И Жермен де Капучини предлагает три хороших варианта для очищения. Первый вариант это, ну, первый вариант у меня на слайде, да, это жидкость для снятия водостойкого макияжа с глаз и губ. Это бифаза, так называемая. Это двухфазная формула, маслянистая и водная. Мы эти две фазы должны смешать до однородной массы, и очень легко, буквально одно-два движения, удаляется водостойкий макияж. И если уж есть такая необходимость использовать водостойкий макияж, то, конечно, обязательно при этом надо иметь средство, которое легко будет его удалять. Если ежедневно мы будем интенсивно тереть для того, чтобы его удалить, мы очень быстро придем к проблемам в этой области. Жидкость для экспресс-макияжа 3 в 1. Но это на самом деле такое универсальное средство, которое не только подходит для зоны вокруг глаз, которое удаляет макияж с лица, глаз и губ, и причем это такое средство, которое не требует смывания. Оно на основе оливы и протеинов пшеницы, то есть природного происхождения, очень мягко, бережно удаляет макияж, и мы можем его использовать, ну пусть не в ежедневном уходе, но в экстренных ситуациях, когда некогда, или, например, там нет доступа к воде, там, не знаю, где-нибудь в поезде там не получается, например, умыться с водой, или на природе где-нибудь, это шикарное средство, которое нам будет помогать. Ну и жидкость для демакияжа глаз и губ, третий продукт, который у меня на слайде, это как раз тот самый продукт, который мы использовали и в профессиональном уходе, но только в другом объеме, в домашнем варианте. Тот же состав, те же успокаивающие компоненты, также подходит для кожи чувствительной, для тех, кто носит контактные линзы, и не только для снятия макияжа с глаз, но и для губ. И вот после того, как мы бережно и мягко очистили кожу вокруг глаз, мы уже приступаем к основному уходу, к нанесению крема или эмульсии. И первый крем, который я хочу представить, это даже не крем, это эмульсия для зоны вокруг глаз из линии Time Expert Radiance C+. Но эта линия уже по названию понятно, что она с витамином С, и эта эмульсия, она направлена на очень мощную профилактику
фотостарение, гликостарение, на хорошее увлажнение, на улучшение кровообращения, на снятие отеков, темных кругов, на профилактику пигментации, поскольку в составе витамин С. И здесь немножечко хочу расшифровать, для того, чтобы было понятно, как он работает. И первый компонент, вы видите у меня на экране, это запатентованная молекула HLG. Это на самом деле гордость Жермен де Капучини, это разработка лаборатории Жермен де Капучини совместно с медицинским факультетом университета в Валенсии. И эта молекула получила всемирный патент. Это молекула, которая является транспортировщиком, она способна преодолевать все биологические барьеры. То есть у нас продукт работает не на поверхности, на роговом слое, а преодолевая все биологические барьеры, попадает в базальный слой кожи, где клетки еще живые. А там, где клетки еще живые, работа ингредиента максимально является эффективной. И эта молекула проводит, транспортирует в базальный слой кожи витамин С. То есть в данном случае, в данном продукте витамин С у нас работает в 6 раз глубже, чем если бы без молекулы HLG. Проникая в кожу, этот компонент сам по себе является биоразлагаемым и биосовместимым с кожей, потому что он состоит из 3 молекул, из 3 веществ, которые есть в нашей коже, которые она прекрасно воспринимает, усваивает и которые замечательно работают. H – это гиалуроновая кислота, L – лизин – это аминокислота, которая стимулирует выработку коллагена, и G – это полиглутаминовая кислота, которая удерживает влагу в коже. И попадая в базальный слой, молекула начинает это постепенно растворяться, высвобождает витамин С, который делает свою работу, стимулирует выработку коллагена, повышая упругость кожи, подавляет меланогенез, препятствуя появлению пигментации, улучшает кровообращение, уменьшая отеки и темные круги, придает сияние коже, повышает упругость. А вот эти вот молекулы, гиалуроновая, полиглутаминовая кислота и аминокислота, очень эффективно увлажняют. И благодаря вот этой запатентованной формуле у нас увлажнение держится 24 часа только после однократного нанесения. Поэтому здесь мы не только получаем все великолепные свойства витамина С, мы получаем здесь максимальное увлажнение кожи. Еще один важный компонент – это экстракт уме. Экстракт уме – это разновидность японской сливы или абрикос называют. Это компонент, который предотвращает гликирование. Что это такое? А это еще один мощный механизм старения кожи, такой же мощный, как и фотостарение. Только фотостарение – это у нас воздействие ультрафиолета, а гликирование – воздействие сахаров. Глюкоза, попадая в организм наш с продуктами питания, связывается с белками. Основные белки в коже – это коллаген и эластин, и разрушает их, делает неэластичными, хрупкими. И постепенно разрушается коллаген, постепенно ухудшается упругость кожи, снижается эластичность, и мы видим признаки старения. Связываясь с белками, глюкоза образует такой компонент, который называется AGE. Это конечный продукт гликирования белка. И вот экстракт умы – это тот ингредиент, который препятствует возникновению AGE и способствует их разрушению. Таким образом, вот эта эмульсия, она является профилактикой как фото, так и гликостарение. Ну и, конечно, экстракт цизальпиния, о котором мы выше говорили довольно много, да, который очень хорошо успокаивает, уплотняет, придает гладкость коже. И текстура у этой эмульсии, почему она и называется эмульсия, довольно легкая, быстро впитывается и очень комфортная. Поэтому она подходит как молодым клиентам, но, в принципе, она понравится и взрослым клиентам за счет своего сильного увлажнения и уменьшения отеков и осветления кожи. Следующий продукт – это крем для
кожи вокруг глаз из линии XL Therapio 2. XL Therapio 2, то, что по названию все понятно, это линия, направленная на насыщение кожи кислородом, кислородонасыщающая. И на самом деле этот крем, он подходит также абсолютно для всех возрастов, всех типов. И давайте рассмотрим тоже более детально, как он работает, этот крем. И основной и главный здесь компонент – это перфтордекалин. Это компонент, который высвобождает из косметики кислород. Вот именно через перфтордекалин кожа насыщается кислородом. Он действует как такой своеобразный дермальный филлер, запускает в кожу коктейль газов, главный из которых кислород, но тоже не менее важный азот и углекислый газ. Обеспечивает эффект релаксации, способствует расслаблению мелких мышц лица. Некоторые исследования показали, что косметические формулы, которые содержат перфтордекалин, улучшают барьерную функцию кожи, что очень важно для области вокруг глаз, а также опосредованно содействует повышению эффективности увлажняющих компонентов. А в любом креме для зоны вокруг глаз, безусловно, должен быть увлажняющий компонент. Соответственно, перфтордекалин повышает их эффективность. Ну, вообще кислород что делает? Он активизирует деление клеток, улучшает выработку коллагена эластина, борется со свободными радикалами, замедляет процессы старения. Поэтому это сильнейший компонент для профилактики преждевременного старения кожи. Что еще здесь очень важно? Важно у нас еще высокомолекулярный биополимер. Это биосахаридная смола, которая обладает способностью удерживать влагу в коже, то есть создает защитный барьер, плюс обладает противовоспалительными, успокаивающими свойствами, снимает покраснение, раздражение. Именно поэтому данный крем, он вообще подходит, я сказала уже, да, всем без исключения, и даже тем, у кого чувствительная кожа вокруг глаз, даже тем, кто испытывает какие-то раздражения, покраснения при использовании некоторых косметических средств. Вот. Ну и, соответственно, образует барьер, который защищает кожу от атмосферных загрязнений, от различных атмосферных явлений, токсичных частиц и так далее. И еще один тоже очень важный компонент – это пептид, это ацетилтетрапептид 5, это пептид с противоотечным и дренажным действием. В первую очередь предотвращает гликацию коллагена, и опять это очень мощная профилактика старения, уменьшает проницаемость сосудов, способствует эластичности, гладкости кожи. Но самое главное действие – это борется эффективно, борется и предотвращает с отеками, мешками, темными кругами. Этот крем также он и для молодой кожи подходит, и молодые клиенты тоже периодически страдают этой проблемой. Ну и для зрелой кожи тоже подойдет. Но единственное, что нужно помнить, что у этого крема легкая текстура, и если зрелая кожа при этом еще и очень сухая, то нам нужно будет выбирать продукт все-таки с более такой насыщенной, плотной текстурой. Поэтому для любого возраста с нормальной кожей. Но при этом увлажнение и защиту тоже он обеспечивает. Что еще здесь есть интересного? Интересное здесь еще аспарагиновая кислота. Это такой косметический актив, который представляет собой аминокислоту, содержащуюся в растениях, и обладает очень многими полезными свойствами. Во-первых, этот актив является натуральным увлажнителем, удерживает влагу в коже, борется с сухостью, а также способствует нормализации уровня коллагена в коже, что повышает ее упругость. А также устраняет цветовые дефекты, темные пятна, делая кожу более ровной. Ну и подходят все средства для глаз, про которые я рассказываю. Естественно, они используются утром и вечером. Следующая пара – это уход для глаз день-ночь из линии Time Expert Reads. И мы об этой линии уже с вами говорили. Продукт, который мы используем в профессиональном уходе, он тоже относится к линии Time Expert Reads. А как вы помните, эта линия содержит комплекс пептидов для борьбы с мимическими морщинами.
Но здесь очень интересная такая пара, здесь именно набор, набор из двух средств, дневной и ночной. И здесь идут и разные составы, и даже разные текстуры. Ну вот у меня на слайде видно текстура, вот тот, который посветлее, это будет дневной, у него такая гелеобразная, достаточно легкая текстура. Тот, который потемнее, это будет ночной уход, у него более плотная, более питательная текстура. И основные, конечно, компоненты в этих кремах, это как раз эти же комплексы, BTX3-пептин и Tissue-Latch-Tech. Это комплексы с ботулоподобными пептидами, которые снимают мышечное напряжение и борются с мимическими морщинами. Но кроме этого у нас в дневном креме также есть интересный такой компонент – дарутоцит. Его получают из экстракта сигезбеки восточной. Он обладает очень выраженным противовоспалительным и регенерирующим действием, предотвращает повреждение коллагеновых волокон и обладает защитными свойствами, что очень важно в дневное время, да, потому что днем кожа у нас подвергается очень сильному и мощному воздействию, негативному воздействию окружающей среды. А еще есть такой экстракт, который тоже часто применяется в формулах Жермен де Капучини, экстракт коры альбиции, который снимает следы усталости, вызванные процессами гликации, восстанавливает, защищает белковые структуры, мощный антиоксидант и поддерживает целостность капиллярных сетей. Это то, что нам нужно на день. Ну и ночной уход у нас содержит комплекс, помимо пептидного комплекса, содержит комплекс фитоактивных экстрактов, которые эффективно снимают следы усталости в течение ночи, борются и предотвращают отеки и темные круги. Следующий продукт у нас идет крем для лифтинга контура глаз из линии Time Expert Lift-In. Линия Time Expert Lift-In направлена на борьбу с птозом, с морщинами, с потерей упругости, уплотняет кожу, разглаживает. То есть это уже более возрастной продукт, ну приблизительно ориентировочно 35+, 35-40+. Текстура у этого крема будет поплотнее, она более насыщенная, более питательная. И главное действие этого продукта – это как раз борьба с дряблостью. Самая основная и первая проблема, да, которую мы видим с возрастом, это, естественно, еще больше истончение без того тонкой кожи вокруг глаз и дряблость, потеря упругости, особенно это верхнее веко видно, но и нижнее веко тоже близко к ресничному краю, тоже испытывает такую проблему. И здесь очень важный компонент – это экстракт овса, это полимеры из овса, которые дают визуальный лифтинг-эффект. Именно и визуальный, и терапевтический. Экстракт овса содержит аминокислоты, витамины. Витаминов много: А, витамины группы В, ПП, витамин Е, витамин К. Экстракт овса очень богат различными минеральными веществами: железом, марганцем, кобальтом, цинком, кремниевой кислотой. И все это очень важно для формирования структуры белков кожного покрова. Экстракт овса тонизирует, подтягивает, регенерирует, разглаживает, уменьшает морщины, смягчает. И самое главное, прямо визуально выравнивает рельеф кожи. Это действительно так. То, что мне даже иногда был такой случай, когда мне звонили наши клиенты и спрашивали, есть ли какой-то компонент в этом креме, который визуально дает лифтинг. Потому что клиенты это, ну, сами заметили, просто нанесли с утра, да, и увидели этот эффект. И да, действительно есть, и это вот растительные полимеры из овса. Кроме того, здесь у нас есть аминокислота, аргинин, которая улучшает цвет кожи, регенерирует, восстанавливает, уменьшает микроповреждения, тоже разглаживает и уменьшает пигментацию, что тоже очень важно для возрастной кожи. И еще этот крем содержит очень-очень деликатные, очень миленькие светоотражающие частицы, при нанесении которой дают визуальный эффект
отдохнувшей, более такой свежей, более светлой кожи вокруг глаз. Очень важно, когда в креме есть вот такие вот компоненты, частички, очень важно его правильно наносить. Мы наносим обязательно крем по периорбите, да, не наносим на подвижное веко, чтобы не перегружать тонкую кожу вокруг глаз. И данный крем мы очень мягко и деликатно массируем до полного впитывания, чтобы у нас полностью он усвоился, и эти частички давали такое внутреннее свечение, чтобы визуально не было видно, что они есть, а именно эффект внутреннего свечения. Тогда мы получаем потрясающий результат, особенно это нам нужно всегда с утра. А еще, если вы обратили внимание на слайде, у меня показан массажер бусина, который входит в коробочку с этим кремом. Там же есть инструкция для очень короткого, быстрого самомассажа, который будет способствовать еще лучшей микроциркуляции крови, еще лучшему усваиванию активных компонентов и, в принципе, хороший массаж против отечности. Можно даже немножко охладить этот массажер. Мы здесь работаем и круглой стороной, и плоской стороной. Очень простая схема, которая есть в инструкции, которую каждый клиент может дома сам выполнять. Следующий продукт. Если вы заметили, то я рассказываю про продукты для глаз по возрастанию возраста. Да, масло-масляное получилось, но так и есть. То есть мы начинали с средств, которые подходят для молодой кожи. Дальше мы поговорили про средства при первых морщинах, а первые в основном это мимические морщины, да. И дальше у нас пошли уже возрастные средства, направленные на лифтинг. И вот мы добрались уже с вами до крема из линии Time Expert SRNS. А Time Expert SRNS — это глобальный антивозрастной уход. И здесь очень мощная формула, направленная на самовосстановление, самозащиту кожи, на заполнение морщин, на максимально сильное увлажнение, на повышение упругости, эластичности, на уплотнение структуры кожи, также на снятие следов усталости, на детокс. И здесь в этой линии есть аж два средства для области вокруг глаз. И первый крем, это крем с детокс-формулой, и даже уже это название, это слово уже дает нам понять, да, в какую сторону он работает, в сторону детокс. И обратите, пожалуйста, внимание на состав, и здесь есть как раз в этой формуле, в этом креме, в этой линии уникальный компонент цинк-глицин-комплекс. И вот этот комплекс, он как раз и сокращает оксидативный стресс, он стимулирует выработку внутриклеточного антиоксиданта, защищает клетки от разрушений и защищает клетки от токсичных частиц. В самом начале нашего вебинара я рассказывала, что очень много внешних факторов существует, которые негативно влияют на зону вокруг глаз, и один из таких факторов – это загрязнение окружающей среды, в том числе токсичными частицами выхлопных газов автомобилей, помните, да? И вот как раз здесь, в этот крем, входит уникальный компонент, который защищает наши клетки от этих токсичных частиц. Это уникальный компонент, это разработка Germain de Cappuccini, за которую бренд получил высочайшую награду, мировую награду, ну, среди, в области косметологии. Помимо этого, в состав этого крема входит кофеин, который, естественно, улучшает кровообращение, уменьшает отеки. Вот еще есть интересный компонент – пулуан. Пулуан – это растительный полисахарид. Вообще полисахариды – это то, что создает на поверхности кожи защитный такой слой от потери влаги и сильно увлажняет. Но, кроме того, пулуан оказывает мгновенный подтягивающий эффект, разглаживает кожу, стимулирует выработку коллагена, повышает сопротивляемость кожи к внешним факторам, поскольку создает вот этот вот барьер, ограничивает появление раздражений, покраснений, каких-то аллергических реакций, что очень часто уже встречается у возрастной кожи, потому что она уже не способна так хорошо
защищаться, как, например, молодая кожа, образует микрослой, в который можно включать активные ингредиенты, снижающие потерю влаги. Вот такой чудесный компонент. И самое главное, что мы здесь видим? Мы видим, что он дает и моментальный подтягивающий эффект, то есть визуальный, и хороший терапевтический эффект. Ну и экстракт красной водоросли – это тоже очень мощный экстракт, который обладает противовоспалительным, защитным, омолаживающим действием. Но водоросли вообще содержат просто целый комплекс разных важных ингредиентов. Это куча витаминов, разнообразные ферменты, разнообразные минеральные вещества. В общем, это богатый очень ингредиент, который и удерживает влагу, и защищает от внешнего воздействия окружающей среды, и обладает противовоспалительным действием, увлажняющим действием, улучшает микрорельеф кожи. А второй продукт из этой серии, из серии Time Expert SRNS, это у нас сыворотка, восстанавливающая для глаз, называется она Repair Night. Ну, Night говорит о том, что мы ее используем ночью, но здесь такой состав замечательный, который мы можем использовать и утром, и вечером. И здесь тоже омолаживающая, естественно, формула очень мощная, борьба с морщинами, увлажнение. Эта сыворотка дает такой заполняющий эффект, очень хороший, разглаживающий эффект. Но главное то, что эта сыворотка предотвращает и борется с отеками. И давайте посмотрим. У нас, во-первых, здесь цинглицин комплекс наш уникальный, который защищает клетки от токсичных частиц и является сильнейшим антиоксидантом. А второй мощный компонент – ацетилтетрапептид-5, который предотвращает и борется с отеками. Кроме того, здесь огромное количество экстрактов, которые обладают регенерирующим, лимфодренажным действием, заживляющим, успокаивающим. Есть еще один интересный компонент – ретинол-пальмитат. Это эфир ретинола, это комбинация витамина А и жирных кислот, пальмитиновой кислоты. Этот компонент оказывает самый-самый мягкий эффект по сравнению с другими ретиноидами. То есть он является абсолютно безопасным, мягким, абсолютно для всех подходит, ну и, соответственно, повышает выработку коллагена, уменьшает морщины, улучшает текстуру кожи и разглаживает. И еще здесь очень важно сказать про текстуру. Текстура у этой сыворотки, она очень-очень легкая, гелеобразная. Вот почему и она и предлагается к использованию ночью, потому что тяжелые текстуры ночью могут еще больше вызвать отек, спровоцировать его. А здесь очень-очень легкая воздушная текстура, но при этом очень мощный состав. Но, как я и сказала, также не мешает нам использовать это средство и днем, потому что она дает и достаточно увлажнения, и очень такой хороший эффект заполнения морщин, гладкости кожи, бархатистости кожи. И еще одно есть средство для области вокруг глаз. Это у нас эмульсия для век с массажным роликом FOMM. И опять-таки по названию понятно, что это средство для мужчин. Но что я хочу сказать, дорогие женщины, это средство с удовольствием используют и наши клиентки, потому что эта эмульсия, она вообще не имеет никакого аромата. То есть если вся линия, она, конечно, имеет красивый мужской аромат, то эмульсия для век, она вообще без аромата. Ну, потому что эта зона, она наиболее чувствительная, и здесь нет необходимости использовать какие-то отдушки-ароматизаторы. Поэтому женщины прекрасно могут использовать. Текстура у этого средства легкая, а главное, очень мощная формула. А формула – это значит мощное действие, да, мощный эффект. И здесь у нас, давайте сразу разберем состав, и вы сразу поймете, что она делает. Но в первую очередь березовый сок, который тоже очень богат разными микроэлементами. Успокаивает, уменьшает сухость, предотвращает раздражение, повышает упругость.
экстракт овса, мы это обсуждали уже с вами, полимеры из овса, которые дают сразу визуальный лифтинг-эффект, уменьшают дряблость. Кофеин, который улучшает кровообращение, снимает отечность. Кроме того, мы с вами также обратили внимание на слайде, да, что здесь очень интересный формат в виде такого карандаша с массажным наконечником, с роликом. Ролик этот всегда прохладный, и нанеся средство, мы еще дополнительно делаем замечательный массаж. Кофеин в сочетании с массажем дает потрясающий эффект снятия отечности. Дальше у нас ацетилгексапептид 8. И мы опять-таки помним, что мы его сегодня уже обсуждали. Разглаживание морщин здесь очень эффективное. И пальмитоил пентапептид 4 – это уже сигнальный пептид, который воздействует на фибробласты и стимулирует выработку коллагена, ну, самых главных структурных элементов, да, коллагена, эластина, гликозаминогликанов, то есть повышает упругость, эластичность и уровень увлажненности кожи. Также есть аминокислоты, пролин и селин – это аминокислоты, которые тоже повышают эластичность. И экстракт хондруса курчавого – это у нас компонент, это тоже мощная такая водоросль, которая увлажняет, омолаживает и создает защитный барьер. Соответственно, по составу мы можем сделать вывод, что эта эмульсия у нас и увлажняет, и дает лифтинг-эффект, и борется с морщинами, и повышает упругость кожи, и дает защиту от агрессивной окружающей среды. Все то, что необходимо, все то, что решает проблемы вот этой вот тонкой, уязвимой зоны вокруг глаз, периорбитальной зоны. Поэтому, конечно, женщины прочувствовали это, опробовали и оценили высоко этот продукт и с удовольствием им пользуются. Ну, так как текстура у него очень-очень такая легкая, то в основном любят использовать его в летний период. И вот мы с вами рассмотрели ряд средств для зоны вокруг глаз. Каждая решает свои основные проблемы, но, как вы заметили, вот какой мы можем сделать вывод? А вывод мы можем сделать такой, что мы сегодня углубились более так подробно, да, в составы, обычно мы так не углубляемся, именно для того, чтобы было понятно, как работают эти средства. Мы рассмотрели проблемы, и мы рассмотрели их решение, и получается, что в принципе каждый крем, он содержит обязательно увлажняющие компоненты, обязательно компоненты, которые создают гидролипидный барьер, это основная проблема у нас, компоненты, которые улучшают кровообращение, а дальше каждый продукт уже имеет свое четкое направленное действие, да, это либо борьба с мимическими морщинами, либо борьба с дряблостью, либо борьба с отеками, с темными кругами, и каждый из них способен решить вот эти вот проблемы основные, которые возникают периорбитальной зоне. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, я с удовольствием на них отвечу. И сейчас хочу напомнить вам о том, что для всех участников семинаров, вебинаров действует скидка 10%, которой вы можете воспользоваться в течение 5 рабочих дней после мероприятия. Скидка на те продукты, о которых мы сегодня говорили. Скидка не распространяется на наборы Жермен де Капучини, но наборы – это всегда очень выгодное приобретение. И, кстати, я хочу напомнить о том, что наборы, есть наборы, в которых полноценные продукты, один из которых – крем для кожи вокруг глаз. И покупая крем для кожи вокруг глаз в наборе, вы еще и можете познакомиться с кремом для лица из другой линии. В наборе вы можете взять два продукта из одной линии, а можно взять два продукта из разных линий, что еще более интересно и еще больше информации вам даст о бренде, и быстрее вы с ним познакомитесь и полюбите. Ну, на экране вы видите наши телефоны. Пожалуйста, если есть вопросы, звоните нам, пишите, мы всегда рады будем ответить. Ну, я вижу, что вопросов нет. Значит, в принципе, достаточно понятно объяснила. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. До свидания.